Всем привет, с вами Колян и Скелетон. Поставки у нас приедут после Нового года, обозревать особо нечего. Обучать вас чему мы не знаем. Напишите в комментариях, какие обучающие видео вы хотели бы посмотреть. Может там распилить что-то, рассказать про внутренности чего-то. Ну, не знаю. Вот пишите любые комментарии, какое обучающее видео вы бы хотели посмотреть. Вот лично я хочу снять, как правильно вставлять подседельный штырь в раму. Потому что вот оказывается с этим есть проблемы у многих. Даже у наших сотрудников. Поскольку снимать особо нечего, мы решили поснимать наши байк-чеки. Байк-чек Макса вы уже видели, и перед вами мой велик. Пишите в комментариях, как он вам. Всем спасибо. Мы продолжаем. Когда работаешь в BMX-шопе и видишь все железо, и первым фактически, и первым можешь его пощупать, можно бесконечно собирать, менять велосипеды. И, собственно, я этим на самом деле занимался, наверное, какой-то долгий период времени, то есть там выходило что-то новое, я постоянно что-то менял, с чем-то игрался, и вот этот велосипед, наверное, в таком состоянии, ну, за исключением некоторых мелочей, уже больше года, наверное, год ему, и я могу сказать, что я не хочу в нем ничего менять, и это самый удобный велик, который у меня был. И давайте разберемся, из чего он собран. Рама у него ТСБ, про модель Антона Шебека, ТСБ Competition, первая версия, без батированных труб. Вообще самая первая, когда я ее увидел, сразу мне понравилась, была интересная. И я даже предзаказ на нее делал, то есть ее даже не было в продаже, я сделал предзаказ, оплатил, ждал там 2 месяца, и вот она мне пришла, вот такая. Что мне в ней нравится? Вообще, почему я ее купил? Первое. Было интересно покататься на раме, которая сварена в России. Второе, мне очень нравилась ее геометрия, она мне и сейчас нравится. То есть 75-75 угол рулевой, ультракороткие перья, сама рама высоченная. И ростовка у меня 21,1. Попозже объясню, почему такая здоровая. И супер круто, вот мне прям очень нравятся тонкие трубы. То есть они прям по сравнению с другими рамами очень тонкие. Рама смотрится такой воздушной, ну реально круто. Но при этом весит 2,5 килограмма. 21,1, потому что, ну не знаю, мне нравятся длинные рамы. И ее проще дергать. У вас как бы рычаг больше, проще баники делать. У рамы интегрированный подседельный зажим, но для своего удобства я туда поставил Baltic King, который сразу под 2 шестигранника, под большой и под маленький. То есть вы можете закрутить и вынос, и сиденье. Это в целом очень удобно, и можно возить с собой чуть меньше инструментов. Собственно, болтики такие весной приедут. Подседельный штырь Stress, седло Sandy, Flower что-то там, первая версия. Ходит легенда, что это принт вдохновлен обоями, которые были в офисе Sandy. Ну, собственно, мне очень нравится. Он такой яркий, фиолетовый цвет мэчится с рамой. Ну и другие здесь яркие цвета тоже круто смотрятся. Шатуны у меня Shadow Odin. Сейчас они называются Finest. Их по-прежнему можно купить. Когда-то это была промодель марка Бернетта. Сейчас это промодель никого. Обычные шатуны. 48 шлицов. 22 ось. 165 у меня. Они качают с велосипеда на велосипед. Классно держат. Но я и не так жестко катаюсь, чтобы они не держали. Педали Eclacentric. Они закручиваются шестигранником, нет выступа оси, ноги стоят ближе, легче вращаться. Звезда Stress Penta с гардом на 25 зубов, цепь Shadow Interlock, супер крутая цепь, с одного велосипеда на другой я ее ставлю, я ее вверх ногами. Цепь не рвется, держит круто, самое главное, чтобы цепь не рвалась, зажимать ее через мастер пин. Если вы посмотрите на все остальные пины, на них видно прям, как они заклепаны, такая как вмятинка. А на мастер-пине он просто прямой. Им заклепываете, цепь не рвется. Ага. Получилась такая интегрированная обучалка, а про сиденье надо ставить так, чтобы вот рисочки, которые там есть, выше которых поднимать сиденье нельзя, они были где-то внутри, они торчали вот высоко. Грипсы и клад пульсар черные. Они не очень тонкие, не очень толстые, очень удобные. Сделаны Оди. А руль Animal Fossum 9,5 высотой. С рулями я тоже долго игрался. У меня был 11 руль, 10, и потом Heaven's Gate был 9,60 с чем-то. И вот 9,5, супер удобно. Вынос BSD Dropped. Это недавно я его поменял. Хотел попробовать фронтлоуд вынос. Вообще не жалею. Супер крутая штука. Баник стал выше. Не знаю, как будто меньше начал уставать, там велосипед поконтрольней стал. Мне прям очень нравится. Руль стоит чуть-чуть на себя, прям чуть-чуть.
То есть он не совсем параллелен вилке, он чуть-чуть на себя, потому что рама все равно достаточно длинная, 21,1. И чтобы чуть легче дергалось, руль чуть наклонен на себя. На самом деле с рулем я супер долго заморачивался и советую вам тоже позаморачиваться. Сначала я стоял его параллельно, потом чуть вперед, потом чуть на себя. Я даже специально перед съемкой байкчека с уровнем там померил, насколько руль наклонен на себя. Разница 2 градуса по сравнению там с вилкой. И прям меняет ощущение велосипеда. Поэтому пробуйте, играйтесь, возможно, будет вам поинтереснее. Рулевая Federal, вилка Animal Street, 15-й выбег, тяжеленная, очень тяжелая вилка, почти кило 200. На нее когда-то была пожизненная гарантия, сейчас на нее обычная гарантия, но сломать ее, я думаю, практически невозможно. Да, хочу заметить, что невозможно при моем катании, при вашем возможно и возможно. То есть если вы его там кидаете, пинаете, то все может быть, и храните под водой. По колесам. Тут все просто. Колеса – это часть, так скажем, неподрессоренной массы велосипеда, которую я хотел собрать максимально легкими. Поэтому у меня какой-то очень странный выбор запчастей, которые они вообще не легкие, но легкие, но прочные. Обода и клад 440-е спереди и сзади. Спицы Сапим, одни из лучших спиц, наверное, на рынке. Они очень мало тянутся. И если вы вот жестко катаетесь, вы, наверное, замечали, если вы собираете колесо на каких-то спицах, которые вот продаются комплектом, то колесо надо протягивать после там, первой недели двух катаний. Спицы очень сильно вытягиваются. Сапим практически не вытягивается. Его тоже надо протягивать, но значительно меньше. Они меньше тянутся, соответственно, лучше держат нагрузку. Покрышки Stress Wolf Grip. Классные покрышки, очень легкие, нормально держат. Особенно нравится их вес. Камера Ultralight Maxis. Тоже камеры – это то, на чем можно скинуть много-много веса, дешево, потому что стандартная камера весит там 150-170, иногда даже 200 грамм, камера ультралайт весит меньше 100 грамм. Передняя втулка и клад сейсмик со стандартными гардами. Пеги у меня стресс с алюминиевым сердечником, легкие, прочные. Задняя втулка BSD Revolution, фрикостер. Всегда катался на фрикостере, очень давно катаюсь на фрикостере. Мне было интересно именно понять эту втулку, как она работает, протестить ее самому, поэтому я ее и поставил. Владельцы Revolution знают, какие у этих втулок есть болячки, и все эти болячки я прошел на своем опыте, научился их решать, так скажем. И сейчас втулка работает практически идеально. Я знаю, какую резиночку где надо поменять, что смазать, что наоборот оставить сухим, чтобы фрикостер там трещал, не трещал, что с ним надо делать. И в целом, да, если есть у кого-то какие-то вопросы по Revolution, можете смело писать, я вам все расскажу. Собственно, как-то так. Весь велосипед порядка чуть меньше 12 килограмм, там 11700, 11800. Классный вес, удобный велик. Опять же, я говорю, что у меня сейчас собрался такой комплит, который прям идеально подходит под мои нужды, под мое катание, и мне очень нравится. То есть, если я что-то и буду в нем менять, то скорее это, да, какие-то расходники, там, сиденья, может быть, цвет захочется поменять, покрышки, там, какие-то другие, грипсы и так далее. Но вот основной, так скажем, фреймсет, рама, вилка, руль останутся такими. Это вот абсолютно точно. Вот такой у меня велик. Пишите в комментариях, велосипед кого из сотрудников вы хотели бы видеть в одном из следующих видео. Пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы мы наконец-то поехали покатались, а не просто разговаривали. Мы как бы умеем кататься. Может быть, не очень круто, но умеем. С вами был Колян. До новых встреч!